Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет, друзья, с вами Антон Мельков. Сегодня я расскажу, что делать после того, как вы посмотрели тест-драйв, приняли решение начать бизнес и нажали кнопку «Начать бизнес». После этого вы примерно попадаете вот на такое окно. И вам в первую очередь нужно необходимо подтвердить свой e-mail адрес. Нажимайте на кнопку e-mail адрес. Сюда вводите свой e-mail адрес. И нажимайте на кнопку «Отправить запрос». После этого к вам на почту в течение 10-30, иногда подольше минут, придет письмо примерно вот такого содержания. Вот показываю. То есть письмо от администрации прав ТВ и туда-сюда. Со ссылкой для подтверждения email адреса. И также с логином и паролем. Заметьте, это будет новый логин и пароль. Вы сохраняете у себя логин и пароль. И нажимаете на эту ссылку. И попадаете обратно в кабинет, где будет написано «Ваш e-mail адрес подтвержден». После этого вы нажимаете кнопку «Начать бизнес». Смотрите это видео, нажимаете вот на стрелочку. В дальнейшем вы нажимаете на кнопку «Купить стартер кит», покупаете его, следуя вот этой дальнейшей инструкции. Ну а после этого, когда вы уже купите стартер-кит, вы нажмете кнопку «Верификация клубной карты». Нажимаете на нее и заполняете все те данные поля, которые требуют для заполнения. Прошу обратить внимание, там потребует логин, надо будет ввести логин свой FFI. Все поля заполняются по-русски и так далее. Все четко прописано. После этого, когда отправится запрос на верификацию, в течение 24 часов вас будут верифицировать. Как понять, что вас верифицировали? А то, когда вы заходите в свой кабинет, то вместо кнопки «Начать бизнес» тут будет стоять кнопка «Активация клубной карты». Ну, активация. Я надеюсь, что я смог кому-то помочь и понять. Спасибо всем, мы обязательно разбогатеем. До свидания.